Боже милостивый мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, ведая пространство земель нашей империи, усматриваем немалое число наивыгоднейших поселению и обитанию рода человеческого полезнейших мест, до сего еще пустующих. Повелеваем объявить, всем иностранным дозволяем в империю нашу въезжать и селиться, где кто поживает, во всех наших губерниях. Мы соизволяем всех иностранных путевыми деньгами снабдить, всем прибывшим свободное отправление веры разрешить, никаких казну подати не платить и от всяких налогов быть свободными. Они же ни в военную, ни же в гражданскую службу против воли определены не будут. Всеми выгодами допользуются и потомки их, хотя онные и в России рождены были. На подлинном подписано собственно и я, императорство величество, рукою того Екатерина. Путешествие длилось целый год. 27 тысяч поселенцев из Южной Германии приехали и основали новые деревни в Поволжье. Первая колония в Поволжье была основана в 1764 году. Она называлась Нижняя Добрянка. Конечно, немцы привезли с собой не только свое имущество. Прибыв в Россию, они не превратились сразу в русских. Они привезли свою самобытность, культуру, язык. И вот в первых немецких поселениях на Волге зазвучали немецкие народные песни, и появились новые для этих мест танцы. Свои традиции и обряды. Они привезли с собой и свои праздники.